Всем привет, дорогие друзья, други, подруги, здрасте, бритьё. Я сейчас чувствую себя, знаете, как-то это, вот понимаю, что вот сейчас дрот должен быть, но в то же самое время у меня сейчас тут лежит 4 разных плиты от будущего старта 08, 09, 10, 11. Как хочется прямо сейчас их зарядить, но я же понимаю, что нужно человеку отослать все это, поэтому сегодня будет дрот от Сергея и совершенно необычной ручкой. Ну, ручка кайфовая, в реале кайфовая, и сделана так шикарно. Смотрится этот станок с этой ручкой уже по-другому. Я думаю, что вот то, что Сергей сказал предварительно, Вадим, попробуй эту ручку, она смещает баланс в сторону головы, бритье совершенно другое. Я думаю, что подтвердится, потому что сейчас в руках это уже так чувствуется. Плюс еще поменяем лезвие. Слишком агрессивный в прошлом бритье оказался для меня этот станок. Какое вы сейчас все это увидите на крупном плане? Я начинаю подготовку, вы догоняете. Сегодня на дрозда поставим титановую ручку. Станок от Сергея Данилова продолжает испытание уже несколько в другом обряде. Ручка очень понравилась, ребята. Также ее заценили на производстве, посмотрели и сказали «да, да, хорошо». Да это в принципе не надо иметь какого-то образования, чтобы понять, что ручка на самом деле хороша. Вот эта часть очень интересно у нее оформлена, посмотрите, она в принципе как будто под дрозд создавалась. Смотрите, раз и фиксируется. То есть вот, ну вообще. Красотка, конечно, красотка. Кстати, не знаю, сейчас будет видно, не будет видно. На производстве, когда приносил этот станок, ребятам показать, чтобы, в принципе, было понимание того, какая полировка в зеркало должна быть. Не просто полировка, а полировка в зеркало. И они, разглядывая вот этот вот станок, они обратили внимание на одну вещь. Я этого не увидел. Возможно, и вы сейчас не увидите. Вот со всех сторон вот здесь и вот здесь. Они сказали, что там есть какие-то риски, и они не до конца заполированы. Но это не кто-то их поставил, это с производства такое. Вот они вот здесь, вот в этих местах что-то увидели. Но я, честно сказать, тогда видел, там свет был лучше, сейчас не вижу до сих пор. Но вот такую полировку, ребята, пока не получается. Пока не получается. Понятно, что это и машинная полировка, и руками доводили. Но вот такой красоты пока, к сожалению, у нас не выходит. Ищем пути, как это сделать. Спецы по обработке металлов, кто уже делал такие вещи, подскажите, пожалуйста. Ну, советы типа мягкой баечки, пасты Гоя или алмазной пасты, да, это я в курсе. А что-то более радикальное и простое. Ну, в смысле, куда уж проще. Ну, кроме этого, что-то я имею в виду. Сегодня поставим другое лезвие. Я выбирал между этих трех, потому что в прошлый раз, когда поставили Wilkinson's World, ну, слишком агрессивно было. Поначалу вроде бы еще было ничего, но потом как дало на по шарам и так себе. Но вот решил почему-то, наверное, все-таки сегодня поставлю Paul Silver и посмотрим, как оно отыграет. Хотя эти бы парочка тоже были бы правомочны. Лезвие уже один раз схожено, это его вторая работа. Если кто-то слышит, как тут кони бегают, не обращайте внимания, это Софочка носится. Очень приятно идет резьба. До конца дошла, вот буквально сколько тут, ну от силы может быть 5-10 градусов и все, ручка встала. Сразу же понятно, что она встала и больше крутить не надо. Лезвие, смотрите, я думаю, вряд ли имеет смысл, потому что мы с вами уже смотрели, как оно хорошо стоит. Это от вчерашнего, ну, от предыдущего вряд ли чем будет отличаться. Помазок сегодня будет от Яков, барсучок. Вот с такой ручкой я себе оставил. Объемный хороший узел. Крепыш отрабатывает все свои деньги. Отличная, хорошая штука. Если кто-то что-то ищет из недорогих, но хороших, вполне себе вариант хороший. Вот она,
набивочка. Крепкое, хорошее, такое уверенное в себе изделие. Мыло сегодня будет из подарунка с Украины. Это Стас и Александр прислали тогда вот несколько презентиков. Все никак не могу до конца их добрать, чтобы показать. Но вот сегодня один из них называется White Label. С обратной стороны спасибо большое, Александр, потому что я сам бы так фиг бы узнал. Написано, что сварено Денисом из Одессы. Ребята, я уже понюхал. Хочу именно это мыло сегодня пустить, потому что я его понюхал. Запах. 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 Красивой, ухоженной брюнетки в красно-черных тонах. Это, знаете, красный лак, красная помада, черные ресницы, сама брюнетка, черные туфельки, черная сумочка, черный поясок, а платье вот с таким вот, вот с таким декольте и красное. Вот такой какой-то запах, ну прям, вот очень приятный, очень интересный. Ну, авторшейв будет сегодня от Алексея. Adidas, Adidas. Кто не брызгал Adidas, тот Ice Div. Ice Div называется. Вот. Ну все, пошли бриться. И если мне не изменяет память, в одном из последних видео, хотя у Александра был месячный перерыв, Александр говорил за мыло от этого парня и очень сильно им восторгался. Если это от него, то в принципе за мыло можно быть спокойным. Пришив я уже нанес, сейчас просто наберем на помазок, загрузим его и пойдем на лицо. Ну хватит уже, что, наверное, вот на этом и остановимся. Сейчас пока на компрессе сидел, глазами в станок уперся. И благодаря тому, что сегодня поставили полсилия, я реально жду от него другой работы. Потому что ну, не могут же столько людей выдумать, что это великолепный станок, что это просто обалдеть какой станок. То есть, ну, раз людям нравится, значит за что-то он нравится. Может быть, в прошлый раз я поставил не то лезвие, раз он мне так зашел агрессивно, ну и тут разнес все. Ну а сейчас другое. Если полсилер не сработает, ну я бы тогда, наверное, пошел или на трит, или на зеленую астру. Возможно, на трит. Хотя и зеленая астра хороша. Ну все, наносим. Ой, как же мыло пахнет. Да чтоб тебе. Помазок очень приятно работает в стиле той самой подушечки, мешочка, который мне нравится. Ну, заработай уже наконец, товарищ. Если есть какие-то улучшения в мягкую сторону, то пока не очень заметные. Ну, понятно, что они есть. Ну, я ждал большего. Все-таки, наверное, надо было 30 ставить. Или не верю. Ой, зеленую астру. Ручка, что-то песня. Настолько информативная.
настолько приятная в работе. Я вначале сомневался, по кайфу ли она будет, потому что, ну, все-таки я тяжеленькое люблю. Не, ребят, все нормально. На самом деле смещается центр, баланс в сторону головы, но от этого вся конструкция какой-то хлипкой, неуверенной, легкой, нет, не кажется. Ущербом для эпидермиса, чем в прошлый раз, сейчас первый проход прошел. Здесь сейчас дубки показывают. Ну что ж, давайте последний. Мои самые слабые места сдались в первую очередь. До кровища прошоркал. Чуть-чуть добавлю воды. Все маленько осталось. Первый-второй проход шел от гарды, и меня это устраивало, все было нормально, все хорошо. Сейчас на третьем приходится переходить на верхнюю плиту, то есть бриться от верхней плиты, потому что оно реально перестает цеплять.
Ну вот и все. Да. Споласкиваемся и авташи. Помыло. Как набрали чуть-чуть в первый раз, так он все аккумулировал, так и держал. Как помазок отработал, мне понравилось, замечательно. И то, что он до конца бритья для меня сохранил вот эту вот ту его кучу, это, конечно же, тоже хорошо. Ну а запах мыла. Ребят, он прекрасен. О нем чуть более подробно потом поговорим. Ну а сейчас давайте уже споласкиваться. Знаете, наверное, я сейчас нарушу традицию, и все-таки талисман от Мюлли, благодаря опасной бритве РФ, который появился на канале, сегодня пригодится. Если я сейчас вот во все это залезу белой салфеткой, ну мне потом ее отстирывать надо будет. Поэтому я сейчас вначале все камешком пройду, а потом уже уйду на компресс. Честно сказать, даже маленько расстроился. Ну, ничего смертельного, конечно, не произошло. Но наслушавшись людей, почитав отзывы, я решил, что, как говорит Антон, действительно кайфану. Но что-то не получилось. Станок реально для меня агрессивный. Реально агрессивный. И даже вот после того, что сегодня получилось на полсильвере, еще хуже, чем это было на этом, на мечах. Ну что, сюда рапиру ставить, что ли? Ну вот знаете, вот будь это мой станок, угораздило меня на 185 баксов вот взять его, вот и у меня выбора бы не было, я бы просто искал, как бриться-то. Но я бы, наверное, все лезвия стал пробовать. В конце концов, вероятно, что и нашел бы что-то. Ну вот если вот так заранее знал бы, каким он для меня будет, ребят, я бы его не стал брать. Вот сейчас это только Adidas по обязаловке. Сейчас бы по-хорошему дежавюху мою, вот бы она там все. И уже к утру бы забыл бы обо всем. Жгет. Приятный такой спортивно-терпко-приторный какой-то, но не сладостью, а каким-то мороком, что-то там вот есть такое. Это и не урман темный какой-то, это что-то такое, знаете, сиренево-коричневое. Интересный запах. Интересный, спортивный, недорогой. Но и дешевым его тоже не назовешь. Уходовые есть. В липкость перешли, думаю, что скоро совсем не останется. Ну да, разнес, конечно же, знатно. По автошиву. Да, я думаю, он uni-age, то есть вне возраста. Этот автошейф может взять как и взрослый мужчина, так и молодой пацан 20-летний. То есть вполне себе. Ну вот иди я на улице, да? И вот этот запах бы так. Ну, я бы галочку поставил, но я бы так, ну вот нет, такого бы не было. То есть он неплох, но не настолько, чтобы вывести меня из состояния повседневности, чтобы обратить внимание и задать самому себе вопрос. Вот что за запах, а где, интересно, он его взял, как называется? Неплохой, но без восторгов. За уходовое можно дать, ну, опять же, как, не за сами уходовые, как они работают, потому что это надо хотя бы недельку-две-то попользоваться, а за то, как они из пленки превращаются в бархатную кожу. А здесь она, да, появляется. Вот превращаются они, высыхают на 5. А по уходовым, насколько это, ну, я, ребят, не могу так быстро сказать. Но судя по тому, что кожу маленечко успокоила, и уходовые тоже здесь неплохие. Вот сейчас вот здесь я, по крайней мере, безболезненно провожу, и меня не коробит. Хотя хохотальник-то себе изрядно разнес.
Помазок. На него был обзор, говорить нечего. Средняя, хорошая, уверенная лошадка. Из тех, на которых держится мир. То есть есть, рысаки, и попёр. Да, есть такие. А есть темные лошадки, которые тоже погоду не строят, но иногда меняют судьбу мира. Это тоже не правило, это исключение. А вот есть общая масса, те, на которых все и держится, которые все делают, которые все тащат. Ну вот, вот такой вот помазок. Своих денег однозначно стоит. Хорошая, могучая, интересная, классная штука. Талисману Мюлле спасибо, сегодня помог, выручил. Ну и станок. Сергей, огромное тебе спасибо за то, что ты мне его прислал, и за то, что дал возможность посмотреть на то, как правильно делать финишную обработку. Потому что после того, как я отнес это на производство, показал парням, все по кругу его и не один раз пропустили, посмотрели, запомнили. То есть вот эта полировка в зеркало. Ломали голову, как они так сделали. Я думаю, они поймут, как сделали. Потому что ребята не пальцем деланные, там профессионалы. Может быть, не сразу, но сообразят, найдут. И обязательно сможем повторить. Сейчас, на данном этапе, к сожалению, такое пока не удается сделать. Если есть люди, которые думают, что «А, то что, нержавая, что тут, что ее там полировать?» Думал, плюнул и все. Нет, ребят, не совсем. Не так все просто. Там очень много нюансов, очень. Для профессионала там нюансов хватает, а для несведущего человека их там еще больше. Поэтому найдем, не все, все сразу. Вот эта вот первая партия, которая старта пойдет, она пристрелочная. Но найдем, найдем. Станок красив, могуч, элегантен, эргономически выверен. По эстетическим геометрическим формам и практически совершенен. Финишная обработка у станка просто великолепна. Те маленькие мелкие нюансы, которые заметили на производстве, что вот здесь вот по краям где-то там маленькие рисочки, которые еще не скрыли, которые не смогла скрыть даже финишная полировка в зеркало, ну, видны профессионалы, я их так и не увидел. То есть, ну, а люди там увидели. Так что нас с вами, я не знаю, если это и будет касаться, то в меньшей степени. Насколько это изделие стоит или не стоит 185 баксов, ну, это каждый сам себе ответит на этот вопрос. Но в этом же станке меня больше всего поразило две вещи. Это его финишная обработка и ручка. Ручка настолько проста, настолько элегантна и в то же самое время функциональна, но что просто диву даешься. Вы спрашивали, будут ли такие ручки на канале, ребята? Ну, в смысле, выпускать Homeless Shaving. Вполне себе может быть. Но пока, вы поймите, я не могу выпустить все на свете. Вот есть лестница. Вы спрашиваете про девятую ступеньку, но тогда до нее дойти еще нужно. Мы сейчас на первой, с первой разбираемся. Сколько всего ступенек в этой лестнице, пока никто не знает, не вы. С моей точки зрения, чем больше, тем лучше. Ну а сколько на самом деле, ну, дорогу осилит идущий, проверим, узнаем. Сейчас вот так вот по ступенькам пойдем и все выясним. Но ручка интересна, но все-таки она не настолько интересна, чтобы затмить собой титановую. Серега, не знаю, где ты ее взял, но вещь. Вот это работа мастера. Не удивлюсь, если даже вот кворки ее делали, потому что я их ручки ни одной не держал, они мне на обзор ничего не присылали. Хотя я писал, наверное, где-то год назад Виталию. Я говорю, Виталий, если интересно, давай, я расскажу людям. Ну, ладно, хорошо, посмотрим. Ну и все, и замолчал. Он ничего не говорит. Ну, ладно, что, сено за коровой не ходит, и я ничего не говорю. Вот второй раз свиделись, год спустя, даже больше. Что будет еще через пару лет, я не знаю. Может быть, где-нибудь под Берлином будем сидеть. Там на фесте каком-нибудь, там горилку, пиво немецкое квасить с колбасками. Всякое может быть. Так вот, титановая ручка просто огонь. Огонь, мне очень понравилось. Вес, ну я понимаю, что у титана не может быть другой вес. Маленько не мой. Ну блин, как же она качественная, шикарно сделана. Прям вот хочу такую. И обязательно когда-нибудь у меня будет такая ручка. Кстати, станки из титана мы тоже будем делать, но какая-то ступенька еще не определена. Станок для меня агрессивный, на повседневку не пойдет однозначно. И я думаю, тем людям, которые ищут что-то среднее между 89 и 41 головой, наподобие как то, тот же самый Мюлле, ты где, Мюлле? 95-96, да,
примерно одного и того же поля ягода. Ну, понятно, что несколько в разных плоскостях лежат, оба недешевые, но все-таки сделаны маленько по-разному. Сатин и зеркало, то есть вот. Но литье, кстати, а там механообработка. Ну, вот примерно где-то вот этого уровня. Парни, извините, расстроился из-за того, что хохотальник себе разнес тонком. Ну, и даже про мыло-то ничего не сказал. Мыло. Ребята, мыло твердо пить так. Потому что по пенообразованию, по скольжению, по стойкости пены, по структуре пены, по поскольжению, к этому мылу вопросов вообще нет никаких. Но у него есть одна маленькая такая мулька, которую до того, как ты попробуешь, ты не узнаешь никак. Это запах. Запах, ребята, великолепен. Я не думаю, что мастер составлял этот запах как-то сам, из эфирных масел, что-то делал еще. Скорее всего, он взял отдушку. Но подобрал ее удачно и в нужной концентрации. Потому что каждый раз, когда вы будете брать это мыло, вдыхать его аромат, это, знаете, это, ну, как запах женщины. Взрослой, мудрой, знающей, познавшей, понимающей, чертовски желанной и недоступной. Как я вот говорил, знаете, вот в красном платье с черным пояском, в брюнеточке, там в шикарном декольте, и ты вот чувствуешь этот аромат, ты уже безумно хочешь. Но понимаешь, что тебе не светит вообще. Слово «никогда», совсем. Ты набираешься наглости, все-таки подходишь, блеешь какой-то бред совершенный. Она смотрит тебе в глаза, понимающе кивает, улыбается, потому что она давным-давно уже все поняла. Ты тушуешься окончательно, и вот в этот момент происходит магия, взрыв. Ты понимаешь, что произошло. Вот какое-то такое вот мыло, понимаете? Вот оно шикарно. В своей работе и в запахе вот этот симбиоз. Если... Это вот тот Денис, про которого я думаю. Я ему могу пожелать только здоровья. Дай Бог тебе, Денис, здоровья. А рук прямых я тебе желать не буду, потому что они у тебя уже есть. И растут они у тебя правильно, из нужного места. Мыло шикарное, мне очень понравилось. Ну а Александру и Стасу огромное спасибо за то, что дали возможность попробовать кусочек этого маленького счастья. Ну все, сейчас этот кусок вклею, а там уже качается, короче, пошел монтировать. Все, пока-пока. Сергей, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность попробовать этот станок, парням показать и для себя представление составить. Это тем более для меня было важно, потому что если на самом деле дрозд на 7-7,5, ну, семерочку не смогли попробовать, закрытой головы не было, только открытая. И да, все время забываю, вы спрашивали, открытая голова будет? Будет, ребята, будет на старте, но только надо вначале вот с этим, что сейчас есть, разобраться, сделаем обязательно. Так вот, сейчас же пойдут плиты на старт. А это как раз очень интересный фактор во всей этой ступеньке. Так бы пришлось гонять мюлей 95-96, а так вот еще и дрозд, пожалуйста. Понятно, что все станки разные, понятно, что геометрия станка от одного только гапа не зависит, но это все равно важно, потому что здесь будет такая агрессивность. Как она будет работать, посмотрим. Но здесь и вылет другой, здесь и утопленность лезвия другая, и гапы другие, и конфигурация другая, и угол другой. То есть здесь все другое, поэтому как это будет работать, посмотрим. Мы с вами прекрасно знаем, что при одном и том же гапе изделия могут работать по-разному. Вот возьмите, допустим, антик. У него гап даже меньше, чем у старта. Реально меньше. А бреет как? Вот то-то и оно. Так, ну ладно. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Я пошел рендерить, а вам добра, счастья, радости. Подписывайтесь на канал. И, как говорит Александр, брейтесь как мужчины и будьте мужчинами. И к вам потянутся женщины, люди. И все будет нормально. Так что давайте жить дружно. Все, пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим. С наступающим всех!